Благородные рыцари, приложите правую руку к сердцу и поклянитесь, что выходя на ресталище, вы будете пользоваться только тем снаряжением, что позволено правилами турнира, что не будет у вас никакого иного оружия, камня, зелья, никаких чар и никакого колдовства, с помощью которых вы рассчитывали бы получить перевес над соперником, что надеетесь вы только на Господа, свои силы и свою правоту. Аминь. Да поможет вам. Первое испытание турнира «Метание копий». Счет ведется следующим образом. Если после броска копье попадает в белый сектор мишени, рыцарю начисляется 1 балл, желтый сектор 2 балла, и если копье попадает в яблочко, рыцарю начисляется 3 балла. Итак, «Метание копий».